филиппинки, да, такие, ну, причем полненькие, с полными лицами, такие крупные женщины. И она выглядела такая вот, как типичная филиппинка. У нас вот в Монако очень много, ну, как бы нянь таких работает. После того, как она мне показала свою фотку до, ну, то есть вот именно до она так выглядела, я ее когда увидела в этой клинике, я говорю: «Вы такая красивая, вы зачем приехали?» Она говорит: «У меня уже 7 месяцев прошло». И я смотрю ее фотку, я такая: «Вау!» Ну, то есть, Майнц, ты помнишь, да? Да, у нас был просто шок. И она мне сказала одну вещь, которая мне до сих пор, вот она как будто специально, эта девушка была там, чтобы Виктория Боня просто не сошла с ума и не выкинулась там с 7-го этажа. Она мне говорит: «Смотрите, Виктория, вам будет казаться, что у вас маленькие глаза и большое лицо. Имейте в виду, это пройдет». У меня, говорит, меня хейтили все мои друзья, когда было 3 месяца после операции, 4. Меня хейтили так страшно, говорит, я на улицу не выходила. Но я как бы публичный человек, то есть я не могу не выходить на улицу. И она мне вот это сказала: «Ваши глаза потом станут снова большими, а лицо маленьким». И вот я ее словами живу, и я вот каждый день вспоминаю слова и понимаю, что вот это сейчас мои маленькие глаза и большое лицо, это просто отек, который обязательно пройдет, ребят. И дальше вот все те, кто сейчас меня видят как Рустама Солнцева, я себя вижу как Бориса Моисеева, я серьезно говорю, как там, не знаю, еще кого-то, вы потом скажете: что, правда, ты так выглядела? Нам показалось». Так что все это нормально. И доктор предупреждал. Он говорит: «Виктория, вы увидите финальный результат только через год». Поэтому, ну, сейчас прошло 2 месяца и 3 недели. Ну, то есть, представляете, год и 2 месяца. Ну, то есть, финальный результат через год, а сейчас прошло 2 месяца. Поэтому будет классно, действительно. Ну, кто делал блефаропластику? Вот поставьте, пожалуйста, плюс. Через сколько у вас... Вот плюс, и напишите, через сколько вы узнали свои глаза обратно. Вот кто делал блеферу, напишите, пожалуйста. И я вас уверяю, что блефера, после блефера, глаза через год, ну, ты смотришь и думаешь: да, о, классно, вот, действительно, сейчас они выглядят нормально. Потому что вот этот шов еще давит вниз. Я когда так смотрю вниз, у меня вот это круглое веко, этого не будет. То есть это веко будет, ну, как бы основа нормально вот таким. А сейчас я когда смотрю вниз, у меня вот эта губа, вот это веко, и, конечно, вот 1,5 года кто-то даже пишет. Ну, 1,5 года это странно, но год, вот год всегда все восстанавливается. Здесь объем, представляете, новый объем, здесь отек, плюс еще шов, губа не восстановилась, и оно вот так все тянет вниз. Когда это все встанет на место, вот будет вот такой вот эффект. И тогда оно будет, ну, как бы совсем иначе смотреться. Поэтому, ребят, все встанет и будет просто невероятный результат. И Собчак, попомните мое слово, еще мне позвонит и скажет: «Вика, ну дай, ладно, телефон твоего доктора, я все-таки к нему съезжу, потому что сейчас я смотрю на тебя, мне нравится результат». И поедут не только Собчак, поедут вообще все, у кого есть возможность. У тебя, кстати, хуже выгляжу, чем у себя. Смотри, у себя я как-то покрашу. Тебе не кажется? Какое-то огромное Там лицо. качество А не что это очень. такое огромное лицо у тебя? Короче, ребят, вы меня очень плохо... Я себя лучше вижу сейчас на телефоне, чем вы меня видите у себя. Имейте в виду. Чао, Алиса! Чао, my love! How are you? Okay, guys, is anybody here who speaks English, who doesn't speak a word of Russian? Please say yes. Сейчас спросим у иностранцев, которые вообще не говорят по-русски и не знают меня. Ну-ка, давайте. Чао! Hi, Alice. How do you think I look? Just can you give me your feedback, please? Алиса знает, что делала операцию. Блефаропластика классик была. Короче, блефаропластика... Yes, okay, so you guys don't speak any word, you don't speak any Russian. So we have a little bottle here. I mean, I recently had a plastic surgery. I don't know if you know about it or not. And my face is still kind of like getting back to normal. And so if you... If I would ask you, how old do you think I am, what would you say?
Amazing, can't wait to see you in reality. А вот сейчас я спросила у них, кто не говорит на русском, я говорю, сколько мне лет, как вы думаете? И вот сейчас посмотрим, что они напишут. И это люди, которые меня не оценивают из того, что было. И очень интересно узнать их мнение. 29, thank you. 40, thank you. Still good, 38, okay. 18, причем с русскими именами 35-40 пишут, знаешь, а с иностранными 28. Мария Диана пишет 35. 30-35, about 30, окей. 30. Светлана пишет 42. Светлана, мы вас видим. Твоя кошка вообще говорит 45. Да, но мы спрашиваем тех людей, которые меня не знают, да? То есть от 18 до 30 и так далее. То есть это у вас есть уже все-таки такое сложившееся мнение о том, какая должна быть, какая выглядела, поэтому в этом ничего такого нет. Ну, в жизни, конечно, я считаю, что так, как выглядит кожа сейчас, она у меня, по-моему, даже 26 лет не выглядела. И лоб перестал морщиться, потому что сюда сделали очень много жира. Последний раз я делала ботокс в шею и даже лоб не колола, потому что настолько прям вот этот жирочек, который у меня сделал, прям разгладил все. Why you only speak Russian? Is it only Russian people follows you? No, not at all. Just, you know, a lot of Russian people just texting me, so I just don't want to be... thank you for your compliments. I just don't want to kind of like speak English when no one is texting me in English. So, but I'm open to any language. What? I'm single. I'm not. Amazing. All right. Да, но взгляд опытный, это правда. Взгляд уже, как говорится, после 60 айвасок, он на 18 лет, конечно, выглядеть не может после всего, что я видела. Вот. Ладно, мои дорогие, я вас обнимаю, целоваю и очень была рада вас видеть и слышать. У меня, по крайней мере, уже поцелуйчик получается. Потом у меня губа была вот так. У меня такой был поцелуйчик. Уже хоть какой-то кругленький получается поцелуйчик, но пока еще до сих пор. Да. Так что... Are you planning to summit any mountains? Loved the adventure, of course. I will 100%. Next year, planning 100%. I can't wait. My heart and my soul is like, you know... cannot wait. I love mountains so much. It was my best experience of my life. I'm texting you in English, but you are not saying anything about it. Oh, I'm so sorry. Ладно, мои дорогие, я очень рада была вас видеть и слышать. Целую, обнимаю. Чао, скажите пока. Пока-пока. Причем я вот тут, а вы меня там смотрите, да? Комментарии читаю. А, комментарии читаете. Ладно, да. Все, чао, пока. Модератор.